Самарские пляжники начали тренировки на набережной. Уже через несколько недель поклонники футбола на песке смогут увидеть волжское дерби, ведь теперь в Суперлиге будут выступать сразу две команды. Старожил чемпионата «Крылья Советов» и новички «Динамо Самара». Костяк команды будут составлять местные воспитанники. Здесь уже тоже очень немало людей, которые в различных турнирах по пляжному футболу поучаствовали, как в Суперлиге, так и в Кубке России. Капитанская повязка в «Динамо» досталась Игорю Житецкому. По его словам, все футболисты настроены серьезно и с нетерпением ожидают начала чемпионата. Настроение хорошее, работаем каждый день, тренируемся. Все вроде бы получается, потихонечку стараемся, идем вверх. Хотим уже как бы играть. Из-за пандемии коронавируса чемпионат России по пляжному футболу сократили практически вдвое. Клубам придется сыграть турнир за 2 месяца. Первенство страны стартует в начале июля. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.